Всем привет! С вами Виталий Зубченко, и вы на канале Merida Bikes in UA. А сегодня я вам расскажу про велосипед Big Nine 300. Эта моделька у нас идет самая бюджетная, но в хорошей комплектации, которая подойдет для начинающего велосипедиста, который хочет получить за вменяемые деньги, это именно 21 тысяча гривен его цена, велосипед, который будет доставлять удовольствие и не будет требовать от вас каких-то апгрейдов и добавления, замена каких-то аксессуаров, запчастей. Итак, что у нас с собой представляет Big Nine 300 модель? Это алюминиевая легкая рама, хорошая по качеству, не самая верхняя в Мериде, но она идет средняя уровнем по жесткости, технологичности и качеству. Оснащенная эта рама уже вилкой, которая идет самая начальная воздушная сантуровская XCR, которая с блокировочкой гидравлической, это мягкая жесткая вилка. Здесь установлены колеса меридовские комп на ободах Alex Rims, на втулочках Shimano. Бюджетные, на шариках, не пром подшипники, но этого вам будет достаточно как для велосипеда в этом ценовом диапазоне. Далее здесь комплектуется руль, вынос, подсидельный штырь, все меридовские комп модели, сиденье также комп, достаточно комфортное, удобное и в принципе подойдет многим пользователям. По трансмиссии этот велосипед оснащен уже более-менее среднего уровня трансмиссии, которая подойдет уже для повседневной езды с меньшей требовательностью по ее настройке и эксплуатации, так сказать, езды вашей к веломеханику, чтобы постоянно настраивать. А что именно здесь стоит, это все у нас Shimano Dior. Шатуны здесь у нас спереди две звезды, на валу идут, кареточка у нас на промподшипниках, которая уже более качественная, она жесткая, она уже лучше служит и лучше в использовании. По переключению монетки у нас установлены здесь Shimano Dior, переключатель передний на 2 скорости Shimano Dior, задний переключатель 10-скоростной Shimano Dior, также стоит кассета 10-скоростная 11.42. Ее достаточно будет вам для повседневной езды, заехать где-то в лес, либо же в горы, и диапазона расчетов хватит вам для того, чтобы выехать с легкостью любой подъем. Вот, здесь оно все более-менее уже хорошо работает, благодаря 10-скоростной трансмиссии оно уже более четче работает, чем на 9-8-скоростной. По тормозам. На этом велосипеде установлены самые бюджетные шимановские тормоза, это MT200. Их, в принципе, достаточно для начального уровня, останавливают они что 60-килограммового, что 100-килограммового человека, спортсмена-райдера. Вот, их вам будет достаточно на первое время, там, год-два, для того, чтобы понять, хотите вы лучше или не хотите для апгрейда, но, в принципе, зачастую никто их не меняет, их хватает как бы для всех пользователей в достатке. В принципе, по этому велосипеду нечего особо рассказывать, за свои деньги это очень хороший вариант, на котором вам будет приятно ездить, он уже будет накатистый, он будет служить у вас очень долго и доставлять вам, так сказать, радость, удовольствие в езде и в использовании его. Вот, поэтому на сегодня все с этим обзором, с этим велосипедом. Подписывайтесь на наш канал Merida Bikes in UA, и по промокоду ЧАБАН вы можете получить скидку 7% на всю продукцию Merida в нашем магазине. Всем пока! Всем всего самого лучшего!